Сердце организации, ее волонтеры – люди, которые знают не на словах, что такое гуманность, милосердие и помощь. В период с 8 мая по 1 июня в Беларуси проходит месячник Красного Креста. Предусмотрен целый цикл мероприятий. Поддержка ветеранов, чествование медицинских сестер, посещение благоустройства, захоронение сестер милосердия, информационная кампания по предупреждению распространения COVID, психосоциальная поддержка уязвимых категорий населения. И это не полный список. Большую часть занимают мероприятия в период эпидемический такой период по COVID, поэтому здесь уже мы в план месячника включили и обучение волонтеров, и психосоциальную поддержку, и работу волонтеров по доставке. То есть мы продолжим работать по доставке продуктов питания, рецептов, лекарств людям пожилым, одиноким, вот, значит, ну и распространение, конечно, информационных материалов, большое количество информационных материалов имеем по этой тематике. В период эпидемии особо уязвимы пожилые люди. В Бресте и области, кроме социальных служб, о них заботятся и волонтеры Красного Креста. Сотрудники организации доставляют продукты питания, лекарства, помогают по дому, поддерживают краснокрестовцы и медиков. Совместно с компаниями-партнерами покупают и привозят в учреждения здравоохранения то, что необходимо. Так, на днях волонтеры сообщества совместно с представителями компании Coca-Cola доставили в Брестскую область 1200 литров бутилированной питьевой воды. Такую помощь получила наша областная клиническая больница, Лунинецкая центральная районная больница, Пинская городская больница и Барановичская городская больница. Вот. Ну, немножечко мы помогли тоже станциям скорой помощи Барановичи и города Бреста. Не знаю, стараемся, конечно, помогать, и как только у нас что-то появляется, и появляется возможность оказать такую помощь, конечно, мы это делаем и будем делать дальше. Безусловно, все это делают они добровольно, но в работе Красного Креста учитываются и профессиональные навыки волонтеров. Медицинская сестра милосердия Красного Креста из Бреста Тамара Терешина в 2013 году была удостоена медали имени Флоренс Найтингейл, легендарной сестры милосердия. Вообще эта медаль вручалась в военное время, а вот сейчас в мирное время наш белорусский Красный Крест, из белорусского Красного Креста 6 сестер награждены этой высокой наградой. И одна из таких медицинских сестер – это медицинская сестра Брестской городской организации. Это наша медсестра Терешина Тамара Михайловна. Она очень внимательная, это не отнять, очень чутко относится к своим больным, подопечным. Они ее любят. И хочу сказать, что они наших медицинских сестер, подопечные, ждут как своих родных, близких людей. А они относятся к ним как, ну, пожилые люди, они уже как дети. И я вот хочу сказать, что медицинские сестры к ним относятся как к детям, со своим родным, близким. Потому что если она ухаживает за ней уже несколько лет, это уже считай, как это родной, близкий человек. В Брестской областной организации сегодня около 2500 волонтеров. В их расписании всегда много добрых и важных дел. А месячник – лишь повод обратить внимание на работу и привлечь в свои ряды как можно больше неравнодушных людей. Вся ежедневная работа, постоянная, то, что мы делаем, оказываем помощь людям, уязвимым слоям населения, всем, кто обращается за любой помощью. Ну, в общем-то, без помощи человек не останется. Хоть добрым словом, но мы всегда поддержим. Виктория Нечаева, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.